Всем привет! Мы решили посмотреть другие отели, так как в нашем отеле не работает лифт. Мы находимся в отеле «Братьев Пуп». 150 лет назад «Братья Пуп» стояли у истоков золотого века отеля «Пуп». Пятизвездочный гранд-отель «Пуп» в Карловых Варах – один из самых известных отелей Европы. В последние годы он также стал популярным у голливудских кинематографистов. 20 июня 1872 года братья Антон, Юлиус и Генрих «Пуп» официально стали деловыми компаньонами отеля «Пуп» в Карловых Варах. Им удалось вернуть в семью собственность, которую их предки потеряли в результате неудачных сделок и семейных споров в предыдущие десятилетия. Первые основы семейного дела были заложены в конце 18 века кондитером Ходки Яном Ирджи Попом. Позже он стал подписывать как Йоган Георг Пуп, уроженцем Велтруса, который купил чешский зал. Однако только под руководством Антона и его братьев Генриха и Джульетты отель достиг максимального процветания и славы. Услугами знаменитого отеля пользовались король Англии Эдуард VII, император Австрии Франц Иосиф и психолог Зигмунд Фрейд. Перед Второй мировой войной прошла последняя крупная модернизация интерьеров. Среди прочего, в каждой комнате был установлен санузел с горячей водой. Самой большой удачей тогдашнего владельца считали покупку одного из соседних зданий – дома «Око Божье», в котором сейчас располагается кафе «Пуп». После войны отель стал национализирован и переименован в «Гранд-отель Москва». Имена известных гостей прошлого, таких как императрица Мария Терезия и канцлер Германии Отто фон Бисмарк, пополнил список известных личностей 20 века. Иван Конев, президент Людвиг Свобода, эфиопский император Хайле Селасие и космонавт Юрий Гагарин. Гранд-отель «Пуп» вернул свое первоначальное название в 1990 году, когда было основано акционерное общество «Гранд-отель «Пуп» Карловы Вары. Сегодня роскошный отель служит не только для размещения кинематографистов во время Карловского кинофестиваля. Многие режиссеры выбрали его для своих фильмов. Он появился, например, в фильме «Кольцо» 1996 года с Настасьей Кински и Майклом Йорком в главных ролях. В 2006 году снимали фильм о Бонде «Казино Рояль». Гранд-отель «Пуп» представляет во всей красе в американской комедии «Последний отпуск» с Куин Латифой и Жерардом Депардье. В фильме «Эдит Пиаф» 2007 года можно увидеть церемониальный зал отеля, а в 2009 году там снимали фильм «Филантроп». К сожалению, нам не удалось зарезервировать и переехать в этот отель, так как не было мест.
Рифт. Нет? Да. Ich schaue schon wieder alle durchs Fenster. Bleibt schon wieder der Kaffee stecken im Hals.